сейчас они выполнят потому, что Бигфайт — это нормально. Все интервью Михаила Миллера слушайте rusnovosti.ru. Русская служба новостей. Сука, ёбнутая, блядь!
тем более туда пока с баулами дотащишься, вот это, на Лебединский рог, оттуда автобус, опа! А что такое? Ты на себя. А что это? Да шел, ну, авария, что? Я не посмотрела. Это да. Долбоёб, блядь, что ты делаешь? Баран! Светофор, да. А общий зеленый свет для всех. И когда начинают машины движения, и пешеходы начинают движение, и вот тогда начинает путаница. Автомобиль, сворачивающий направо, понимаешь, что... Ой, блядь! Зеленый тон должен быть красный, конечно. Да, они думают, что еще не зеленый, то еще красный. Да. И вот здесь такая ситуация, блядь, скандальная. Я не знал, куда он самый опасный развивается. Ебать, вот это были понты.